Всем привет! Продолжаем изучать картины, описание картин Франческо Франча, Святой Стефан, около 1475 года, дерево, масло, 73/53. Вот такое описание я нашел. Особенности искусства Кварточента в полной мере проявились в живописи болонского художника Франческо Франчи, находившей под влиянием флорентийцев. Его картины отличаются яркими красками, словно разреженные воздухом, которые придают фигурам четкие очертания, замысловатыми линиями и интересом к деталям. Святой Стефан. Напомню, что первый христианский мученик, архидиакон Стефан, был одним из семи апостолов, избранных апостолом Петром для помощи нищим и проповеди христианства. Был привлечен к суду Синдриона и побит камнями за христианскую проповедь в Иерусалиме. Почитается христианской церковью как святой. Он изображен облаченный в диаконский стихарь. Его золотое шитье, как и все на картине, и в особенности тонкое, одухотворенное лицо, старательно выписано художником. В облике святого много изящного, даже светского, но выражение его лица видна тень перенесенного страдания. По вискам на белый воротник стекает кровь, и оттого красный цвет одеяния становится символом мученичества. Поминанием о казни служит изображение разбросанных по полу террасы камней, которыми побили Стефана. Но колонна символизирует его стойкость и присутствие рядом с ним Бога, а светлый пейзаж вдали вносит в работу умиротворяющее настроение. Такое описание картины Франческо Франча «Святой Стефан» я нашел в интернете. Все, всем пока, всем привет, до свидания.